делаю УЗИ. Эта хуйня, еду в госпиталь, угу. разговариваю с терапевтом. Так и так, просто угу. еду в другую часть. Ну, просто на восточную, угу. нахуй. Еду в часть, командиру части, нахуй. Угу. Разговариваю, беру отношения. Приезжаю угу. с этим отношением в часть. Говорю, вот так и так и так. И вот так. И вообще у меня, скажу, угу. психика, нахуй, нарушена. Угу. И что такое? Психика нарушена. Это психика нарушена, тебя и туда не возьмут. Слово психика нарушена вообще, наверное, не надо говорить. Ну, короче, хуёво со здоровьем. И просто нахуй перевожусь. Угу. Я, конечно, переведусь тогда, угу. когда я все подготовлю, документы все переговорю. Уеду обратно. Угу. Своих, потому что если мы не приедем, то другие тоже не сходят в отпуск. Угу. Угу. И после этого откат поворот. Хорошо. Угу. Мне так на сердце неспокойно. Сегодня вот девушка написала. Ну, я новости-то вот смотрю сегодня. Я так понимаю, где вы находитесь приблизительно, что там такие, в общем-то, сейчас тоже и бои идут. Ну, в общем, короче, и вот женщина написала, что сослуживцы позвонили, сказали, что сын погиб. И говорят, ну, вы подождите, типа... Ну, и она говорит, ну, уже два человека позвонила, говорит, когда мне, типа, должны сообщить-то? Ну, типа, ей говорит, так может, это еще неправда. Она говорит, как неправда? Говорит, два человека уже позвонили, сказали, что мой сын погиб мой. Ну, и все, и вот сейчас другая женщина написала, говорит, тоже все, говорит, мой сын погиб, Дима. Я вообще в шоке, Руслан. Ну, там, короче, бои идут. Эти укропы пытались прохлапнуть. Эти укропы сраные, хуярят и день и ночь, нахуй. Одна нацистка была, женщина, девушка. Ну... Она, взяла клеймо на трупах наших ребят, на живых, на раненых, Технику взрывала, публично снималась. Ее, въебали. Ёбнули ее нахуй, публично сняли смертную казнь, нахуй. Тварина такой. А, да ты что? Так да. А кто ее, наши, что ли, так? Наши же так, гуманные. Конечно, надо так идти. Еще там в Киеве, сделали в ресторанах форму силуэт солдата русского, типа блюда. Ну, как это сделано? Mm-hmm. И типа подают его на пенкичи и едят у нас, типа солдата русского, долбоеба нахуй. Mm-hmm. Угу, угу. Так а еще мало того, это вот там сейчас они стали колбасу делать какую-то там, и ну такое название нехорошее, что типа, ну про нас, про российских этих, как типа из российского мяса, ну вот как-то человек, ну какое-то вообще название безобразное. И вот еще везде хвастаются, вот у нас новая колбаса, вот так называется, ну, против нас вот эта вся пропаганда.